в Южную Америку возвратились домой наши пианисты Оксана Яблонская и Алексей Любимов. На международном конкурсе в Рио-де-Жанейро они заняли первое место и оба награждены золотыми медалями. Прошедший 65-й год был для Лёши Любимова и меня очень счастливым. В новом году мы желаем нашим советским музыкантам больших успехов на предстоящих международных конкурсах.